Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В среду в Самарской области будет облачно и пасмурно, осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 2, плюс 5 градусов, ночью 0, минус 2. Ветер северо-западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 3, ночью минус 1 градус. Ветер северо-западной скорости 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. Днем 2 градуса тепла, ночью минус 2. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.